Всем большой привет! Сегодня я буду готовить хлеб. В моем случае это будет батон. Для начала я сделаю опару. Возьму миску. В миску налью теплой воды. Добавлю дрожжи. У меня дрожжи живые. Сахар. И все хорошо перемешаю, пока не растворятся дрожжи в воде. И понемногу буду добавлять муки и перемешивать. Вот такая вот получилась опара. Теперь я ее накрою полотенцем и уберу в духовку. В духовке я включила свет. И пусть там опара постоит минут 20-30, чтобы дрожжи заработали. Опара постояла, вот такая вот она получилась. Теперь я добавлю растительное масло, соль, перемешаю и понемногу буду добавлять муки и замешивать тесто. Муку теперь я просею на стол и выложу тесто. И буду вымешивать тесто до тех пор, пока оно не будет прилипать к рукам и к столу. Минут 10-15. Тесто готово. Вот такое вот оно получилось. Теперь я тесто уберу в миску. Накрою полотенцем. И уберу в духовку при включенной лампочке настаиваться часа на полтора, на два. Тесто постояло. Тесто стояло у меня полтора часа. Вот такое вот оно получилось. Теперь я стол подпылю слегка мукой. Выложу тесто. Слегка обомну. И разделю тесто пополам. Одну часть теста я уберу пока, а вторую часть раскатаю. Тесто я раскатала и теперь сверну плотно в рулет. Края защиплю хорошенечко. И выложу швом вниз на противень, застеленный силиконовым ковриком. Можно противень застелить пергаментной бумагой. И все то же самое я проделаю со вторым куском теста. Накрою полотенцем и уберу в духовку с включенной лампочкой минут на 40. Прошло 40 минут. Теперь я возьму нож и ножом сделаю небольшие надрезы. Накрою полотенцем и дам постоять минут 10. А сама в это время разогрею духовку до 200 градусов и отправлю выпекаться хлеб в разогретую духовку. Хлебушек приготовился. Я его выпекала 40 минут. Вот такой вот он получился.